Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим творожную запеканку. Для запеканки нам нужны будут следующие продукты. 0,5 кг творога. У меня домашний творог, выберите пожирнее. 100 граммов манной крупы. 250 мл кефира жирностью 1%. 3 яйца. 100 граммов сахара. 1 пакетик ванильного сахара. Щепотка соли и 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начала мы берем кефир и заливаем им манную крупу. Перемешиваем. Оставляем до набухания на 15 минут. Теперь быстренько к творогу добавляем яйца, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и 100 граммов обычного сахара. И пюрируем все погружным блендером. Теперь перекладываем сюда кефир с манкой. Манка разбухла. И еще раз перемешаем все блендером. Духовочка разогрета. Включайте заранее разогреваться. Творожную запеканку ставим в горячую духовку. Беру свою керамическую форму, размер 21 на 16 сантиметров. Смазали дно и бока мягким сливочным маслом. Теперь добавили 1 столовую ложку манки. И сейчас вот так берем и засыпаем нашу форму манкой. Мы тогда просто с легкостью достанем запеканку. В общем, сделайте так, и все у вас будет отлично. Выливаем массу в форму. Духовка горячая. Творожную запеканку ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Запеканка готовилась в духовке 50 минут. Румяная и очень аппетитная. Сейчас покажу вам. О, перевернулась, я услышала. Вот видите, как эффективно смазывать сливочным маслом и посыпать манной крупой. Ой. Получилось. Я так переживала. Отрезаем кусочек. Запеканочка еще теплая. Переворачиваем. Здесь она румяная. Специально для вас крупным планом запеканочка. Смотрите, она нежнейшая, сочная и очень вкусная. Поливаем сгущенным молоком. Не жалеем. И дегустируем. Запеканочка получилась очень нежная и вкусная. Рекомендую приготовить. Просто объедение. Запеканка готова. Всем приятного аппетита и удачного приготовления. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч. Пока-пока.